Привет, друзья! Если вы хотите, чтобы Сэхер была в нашем сериале в третьем сезоне, а также если вы не хотите, чтобы наш сериал заканчивался, давайте нажмем лайк и посмотрим наш номер. Яман и Сэхер подписали контракт на третий сезон. Попадет ли Сэхер в аварию? Будет ли Яман пытать Сэхер? Кто откроет правду? Здесь я отвечу на все ваши вопросы, друзья. В новом эпизоде сериала «Доверенная» Сэхер в особняк, как только находит ее. Когда Яман ведет Сэхер в особняк, он не может ей поверить. Кроме того, Яман говорит Сэхер: «Я сделаю из этого особняка темницу для тебя». Сэхер также опустошена недоверием Ямана к ней. Сэхер должен терпеть муки Ямана. Яман также изматывает Сэхер психологически. Сэхер, с другой стороны, хранит молчание о Юсуфе. Чичик хочет раскрыть правду, но ему это не удается, потому что Чичик знает, что если она раскроет правду, то вернется к бывшему мужу. Вот почему Чичик не может раскрыть правду. Осталось два имени. Первое из этих имен Чонгер, а второе — Фикрет. Фикрет рассказывает Яману, что произошло. Но Яман думает, что Фикрет влюблен в Сэхер и не верит ему. Чонгер также хочет раскрыть правду. Но Сэхер не позволяет Чонгеру. Чонгер также предпочитает некоторое время хранить молчание. Психология Сэхер начинает ухудшаться. Сэхер живет судьбой своей мертвой сестры. Если Яман продолжит плохо обращаться с Сэхер, он потеряет ее навсегда. Потому что Сэхер терпеть не может происходящее и пытается навредить себе. Или Сэхер сбила машина, когда она шла по дороге. Но скажем, что Сэхер не умрет. Яман узнает правду после 15 серий. Яман решает докопаться до истины. Моя брюнетка тоже появляется. Яман также начинает подозревать Джанан и Зухаль. Пытается на следы доктора Джанан. Яман понимает, что его печень отравлена, Джанан. Затем Яман возвращается в особняк. В этот момент Яман слышит все разговоры Джанан. Так Яман узнает правду. Узнав правду, Яман требует от Зухали Джанан отчета. Зухали Джанан плачут и заявляют, что они невиновны. Но Яман не верит Джанан и Зухаль и отправляет их в тюрьму. Сэхер, с другой стороны, очень устал за это время. Сэхер не хочет прощать Ямана. Яман также поет песню для Сэхер. Сэхер прощает Ямана, когда он поет ей песню. Итак, Сэхер и Яман наконец примиряются. Кроме того, возник вопрос, подписали ли Яман и Сэхер соглашение о третьем сезоне. По некоторым данным, Сэхер и Яман подписали контракт на третий сезон. Но такого заявления от производства «Карамель» не последовало. Поэтому достоверность этой информации не ясна. Мы сообщим вам, когда получим новости по этому вопросу. Как вы думаете, Сэхер умрет? Я буду ждать ваших комментариев ниже. Посмотрим, что вы думаете об этом. Итак, мы подошли к концу этого раздела, друзья, чтобы увидеть больше видео. Не забывайте подписываться, ставить лайки, включать уведомления и оставлять свои комментарии. Берегите себя и увидимся снова!